Здравствуйте. Это видео предназначено для тех, кто озабочен проблемами радиации в собственном доме и по случаю имеет вот такой вот замечательный компас Адрианова, который любопытен тем, что на его стрелках нанесен специальный светосостав постоянного действия, который использовался для подобных целей где-то до 60-х годов прошлого века. Этот светосостав сделан на основе солей радия-226, и поэтому он радиоактивен. Чтобы не быть голословным, я покажу вам, что покажет вот этот прибор, армейский радиометр ДВ-5А. Для этого подключу наушники и поставлю зонд на компас. Сразу слышим щелчки в наушниках. Видим, что стрелка прибора на нижнем полдиапазоне измерений устремилась в правую сторону. Немного подождем для более точных результатов измерений. Ну и не забываем о том, что погрешность данного прибора составляет 35% как в положительную, так и в отрицательную сторону. То есть результаты могут быть не совсем точными, но тем не менее однозначно видно, что уровень радиации здесь вполне таки есть. Как правило, на этом поддиапазоне стрелка уходит за пределы измерений. Поэтому я переведу прибор в следующий поддиапазон. На данном поддиапазоне мы не очень можем точно оценить уровень излучения, поэтому я разберу компас и покажу, что будет при разобранной, при отделенной от корпуса стрелки, то есть результаты измерения с самой стрелки. Итак, вот стрелка, отделенная от корпуса. Ставим на нее зонд. Теперь можем наблюдать, что уровень без стекла, который защищает нас, гораздо выше. И после некоторого времени ожидания для более точного измерения мы получаем где-то 3,5 мили рентгена в час. Опять же, не забываем про погрешность. Вот, видите, она дальше поползла. Если у вас оказался такой компас в доме, то долго держать его в руках или пользоваться им по прямому назначению я бы не советовал. Лучше всего убрать его куда-нибудь в то место, где он не попадет в руки людям, не знающим об этой его особенности. Ну, и желательно, чтобы это было не в вашей квартире, а где-нибудь еще, поскольку при распаде образуются другие не очень приятные вещества, которые могут вам испортить жизнь. Спасибо всем, кто смотрел это видео. Будьте осторожны и не берите в руки все, что попало.